200 миллионов рублей – это только предварительный ущерб. Безымянный циклон, имя которому дадут, скорее всего, сами горожане, разрушил тротуары, дороги, дома и места отдыха. Специалисты до сих пор подсчитывают ущерб. Миллионов рублей – это деньги, которые сейчас необходимо найти, чтобы восстановить дороги, тротуары и зеленые насаждения. Ливневая канализация забилась так, что прочищать ее нужно полностью. Но самое главное – город справился с натиском стихии. Экстренные аварийные работы прошли быстро и слаженно. Дорогам, конечно, перечень большой, но, как вы сказали, мы определим приоритеты, откуда начинать, там, где на самом деле дороги размыты, где есть провалы и где сегодня угроза безопасности дорожного движения. Вот. По подпорным стенкам, конечно, практически надо все включать работу. У нас перечень мы уже сформировали, получается, аварийных 7 подпорных стенок. За двое суток на Владивосток выпало небывалое количество осадков. Все началось ночью 18 июля. Раскаты грома, молнии и страшный ливень не давали горожанам уснуть. Автомобилистов циклон почти всю ночь держал в заложниках. Пожарные машины, сотрудники МЧС, автомобилисты на крышах собственных авто и лишь немногие рискуют побороться со стихией. Ой, много берет. Сейчас волна, Ярослав. В эти дни каждый второй горожанин стал репортером. Вот, например, человек без штанов спасает свою машину. Бедный мужчина у своей машины. А вот неподалеку тонет автомобиль сотрудников ГАИ. Утонет. Сейчас его загнут, его уже заносит. Куда он по лестнице? Он уже плывет. Thank you.
Во дворах тонули автомобили, а в частных дворах тонули сами дома. Через этот дом прошел оползень. Небольшой, но его скорости и массы хватило для того, чтобы погасить постройку. Еще хуже ситуация обстояла в поселке Трудовое. 19 июля в 14 часов 1 минуту на пульт оперативного дежурного по городу Владивосток поступило сообщение от гражданки 1933 года рождения о подтоплении и просьбе эвакуации. В 14 часов 20 минут прибыла оперативная группа и спасатели Владивостокской городской поисково-спасательной службы. Всего 2 единицы техники, 1 резиновая лодка и 7 человек личного состава. Вот вода была вот на уровне забора. Я стою вот-вот, я даже не смогла пройти здесь. Дома 6-8 по улице 4-я Пригородная находятся в самой низине. Небольшие подтопления происходят здесь каждое лето. Но снимают пол, сушат шкафы и диваны. Кущенковы впервые. Спасать имущество было некогда. 19 июля за считанные минуты вода затопила огород и пошла в дом. С погреба выбивает воду доски потоком. Здесь у нас погреб. Да, выбивает доски, это просто выбивает и фонтаном все. Все, вся вода, вон, посмотрите, все затопляет полностью по окна. А я уже вот так вот. Окошку, я схватила окошку, закрыла плотно двери, прикрыла на защелку. И здесь уже воды много, и давай меня здесь вытаскивай. Я была, еще не переоделась, была в плавках, была в майке. У меня такое шоковое состояние было, я вообще не могла, я ничего не поняла, понимаете? Родные буквально вытолкали Зинаиду Романовну в окно и этим спасли ей жизнь. Вода поднялась на уровень выше роста старушки. Подойти к воротам и уж тем более открыть их было невозможно. Кущенковы побежали в конец огорода. 6 часов семья Кущенковых укрывалась вот в этом небольшом сарайчике. Но даже здесь воды было по щиколотку. Только к вечеру люди смогли вернуться в свой уже разрушенный дом. Все развалилось. Я могу сейчас нажить в этой жизни? Нет, конечно. Шкафы все в грязи вот здесь были, вся посуда, все я перемывала. Все перемывала, со слезами все перемывала. Стенку тоже в прошлом году купила, все тут в грязи было. Когда вода хлынула в дом, соседи Кущенковых Димитровы спасали 6-месячную дочку Варю. Фундамент их дома гораздо ниже, чем у соседей. Вот смотрите, у нас тут вот детская кроватка, все полы, все мокро, влага ужасная просто. Вот по окна было. Смотрите, вот по окна. Почти все окна за считанные минуты оказались в воде. Юлия схватила ребенка и побежала в дальнюю комнату. Вот единственное окно. И мы через него с ребенком на руках, потому что здесь было невозможно, там было невозможно, уже там дверь была невозможно открыть, там бревна попали. Вы вот в это узкое окно. Да, да, с ребеночком, все вот так боком постепенно, вот смотрите, все подавлено, вот так вот. Сейчас 6-месячной Варе толком негде спать, ее кроватка до сих пор не просохла. Многие вещи ребенка восстановлению вообще не подлежат. 8-й канал обращается к телезрителям с просьбой помочь этим двум семьям. Сейчас люди нуждаются буквально во всем, особенно в одежде и мебели. Как бы вот так вот. Помогите, чем сможете. Циклон потрепал и сезонный бизнес. Пляж на мызе Кунгасный в этом году приобрел новых хозяев и цивилизованный внешний вид. Раздевалки с зеркалами, уютные кафе, душевые и туалеты. Но самое главное – береговая полоса. Ее разровняли и полностью обсыпали песком. И этот песок непогода унесла в море. Непогода унесла в море 200 кубометров песка. Как только дождь закончился, владельцы пляжа попытались восстановить здесь красоту и порядок. Но сделать это оказалось совсем непросто. Дело в том, что карьеры залило водой, и они перестали отгружать сырье. Песок продается по весу, а сейчас он совершенно мокрый. Через несколько дней песок на пляж мыса Кунгасный все-таки завезли. Во всех районах города порядок восстанавливали 80 единиц техники. Это автогрейдеры, большие и малые фронтальные погрузчики, самосвалы для вывоза камней и грунта, который потоками воды нанесло со склонов. В общем, городские службы всеми силами устраняли последствия стихии. Но во Владивостоке еще остались места разрушенные. Специалисты уже принялись за них. Скоро тротуары и брусчатка будут восстановлены.